Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. И здесь я рассказываю свой личный опыт по поводу всевозможных переживаний, реабилитации, болезненных ситуаций, связанных с коксартрозом, с асептическим некрозом. Потому что у меня есть свой личный опыт, и я делюсь исключительно им. Стараюсь не повторять каких-то других экспертов, или если у них есть информация, я ее, ну, по возможности стараюсь какие-то свои делать открытия для того, чтобы не быть таким попугаем. Сейчас я вам расскажу, вот часто мне пишут по поводу приводящих мышц у женщин, у возрастных людей. При коксартрозе приводящие мышцы сокращены, а они могли быть сокращены и до этого, коленочки соединены, им очень трудно расставлять ноги, стоя поперечное положение вызывает дискомфорт, плюс еще перекос таза, все это какой-то ужас, они смотрят на себя в зеркало и ужасаются, им страшно. Они не могут уже в сторону делать движение ни одной, ни другой ногой, потому что это вызывает боли, тянущие вот эти ощущения в приводящей, или приводящая болит. Вот. Ну, приводящий тоже понятно, потому что тут рядом еще подвздошная мышца крепится, которая тоже уже подвздошно-поясничная сокращена. В общем, целый букет. Все это я разбираю у себя в группе. То есть, вот понимаете, почему я не люблю здесь рассуждать, потому что как только я начинаю что-то вам говорить, один вопрос тянет за собой десяток следующих. То есть я понимаю, что сейчас, если я локально что-то скажу, то дальше пойдут следующие какие-то вопросы. Итак, вот приводящая. Очень трудно растягивать, очень трудно делать какие-то физические упражнения. Значит, у нас организм работает по принципу действие равно противодействию. То есть, если мы напрягаем бицепс, то у нас трицепс находится в растянутом состоянии. То есть, мышцы-агонисты, мышцы-антагонисты. Есть те, которые работают в позитивном напряжении, а те, которые в негативном. Короче, вот чтобы с приводящими разобраться. Я беру резиночку, складываю в два раза, одеваю на коленки и растягиваю. Ну, во-первых, мы знаем, что данное статичное напряжение дает сразу же нагрузку на ягодичные мышцы. То есть это уже плюс, это уже хорошо. Что это можно делать всегда, везде, смотреть телевизор, сидеть за столом, хоть кушайте, хоть в телефоне играйтесь. Растянули и вы держите. И вот здесь самое главное, если вы потрогаете ваши мышцы приводящие, они у вас расслаблены, потому что напряжение идет через вот эти внешние мышцы, через латеральные мышцы, через ягодичные мышцы. То есть работа идет с внешней части, внутренняя у вас здесь расслаблена. То есть чем вы больше напрягаете здесь, тем больше идет расслабление. И если вы в таком положении, ну где-то будете находиться 5-10 минут с отдыхом, резиночку помягче сделать, немножко поиграть здесь. Вот когда вы загрузили полностью ягодичные, чувствуете, что здесь у вас избыточное напряжение, вы становитесь поперечной, ну, можно поставить, чтобы не падать, спинку стула или сам стул. И вот вы когда становитесь уже в поперечное положение, то вы чувствуете, что вам это стало гораздо легче. Ноги у вас ползут. И вот это соединение напряжения, то есть работаете с ягодичной, потом растягиваете поперечные приводящие мышцы. И вы будете чувствовать, что эта схема работает. Немножко постояли, почувствовали, что у вас начинаются тянущие такие боли по приводящей. Ну, это хорошие боли, да, положительные такие, это мышечные боли.
не болезненные, вот, которые от болезни, а именно, что тянется мышца, вот вы чувствуете. Это тоже надо разграничивать, тоже надо понимать, где есть боль от самого заболевания, а где есть просто такое мазохистское удовольствие от растяжения приводящей. И, конечно же, обязательно после того, как вы растянули, и у вас появилось здесь болевое напряжение, ощущение дискомфорта, обязательно вы снимаете его массажер. И так вы должны делать не 5 минут, не 3 минуты, не один подход. То есть я сейчас показал, это видео займет там 7, 8, ну 10 минут. А вам нужно это делать в течение часа. Ну, хотя бы начинать с получаса. То есть массаж, растяжение резинки, встали в поперечный шпагат, потянули приводящие, опять массаж, опять растяжение резинки. И так работать. Если это у вас проблема серьезная, может быть, 2 раза в день этим заняться. Только так. По-другому, если вы думаете, что там 15 минут вы сделали какое-то упражнение, и вам этого хватит, это, знаете, это в пионерском лагере так тренировались. Вот, поэтому все более глубокое познание всех этих нюансов, это у меня в группе. Я ссылку оставлю под видео, заходите, пишите мне. Вот, размассировали хорошо, но я же ускоренно показываю, что я тут сейчас 2 минуты помассировал. Если вы помассируете одну ногу 5 минут, другую ногу 5 минут, поверьте, вы встанете уже здесь в такое положение и еще шире, еще лучше будете себя чувствовать. И постепенно растянете. Просто надо этим заниматься. Спасибо за внимание. Живем без боли, записываемся в группу, не теряем время. Чего вы время теряете? Всем пока.